Привет, ребята. Ну что, поехали? И, кстати, если бы у нас, например, была зима нормальная в Николаеве, можно было бы тогда беговые тренировочки немножко заменить коньками и погонять тут приличные километражи, те же ультрамарафоны на коньках, почему нет, я бы только запросто, было бы где. Так что, ультраконьки, пролетаю мимо Данилы. Роль реки. Я знаю, что где-то ты здесь. А вот и нет. Просто фантастика. Кстати, такой факт про меня. Создавал команду в городе Николаеве по хоккею, когда у нас только появился каток. В 2000-х годах еще была команда предпринимателей, в основном строителей и все, кто с этим связаны. Так что я в хоккей играю с детства. Раньше мы играли любительски, а потом мы немножко начали более-менее полупрофессионально заниматься на катке. Вот, а потом я уехал. И людям купаются в роднике. Мы возле родника. Круто, очень круто. Давайте посмотрим, чем там Данила занимается пока. Все туннели построил. Пробрался через джунгли. А Данила тут развлекается пока в камышах. Вот это веселье. Я как вспомню, как мы в детстве лазили. Тут все камыши эти облазили. Тут еще лебединые озера. В общем, здорово. Тут вообще такая красота. Смотрите, какая просто невероятная красота сегодня. И вот, красавчик. Привет, красавчик. Это выглядит примерно вот так. Данила вас. И я вот тут такой стою на коньках. И... красота! Мои коньки крафт называются. Покупал их еще в 2000-х годах. Как новенькие. Ну вот как-то так. Пока!